Здравствуйте! Я держу в руках сейчас целую серию предметов, которые произведены под торговой маркой Attribute, произведены в Китайской Народной Республике, а не где-то там. Эти вещи, конечно же, являются явным эконом-классом. Но когда мы их заказывали, мы думали, что придет что-то такое, ну, совсем копеечное, совсем дешевое. Но нет, в самом деле и ложка, и половник, и лопатка, и шумовка, они сделаны прекрасно. Хорошее литье, приятный пластик. Ничем не пахнут, все значки пищевые на них присутствуют. Половник там особо не гнется даже. Я был на самом деле приятно удивлен. За свои деньги вот эти вот все штуки идеально. Если бы у меня был такой набор в студенческие годы, я бы был самым счастливым студентом. Ложка прекрасная, глубокая, большая, да. Половник опять же, я повторюсь, да, ну он не гнется. На самом деле он нормальный половник. Лопатка, которая выдержит там до 200 градусов, тоже способна выполнить все свои функции. Да и шумовка тоже глубокенькая, прекрасно отлитая, нигде никакого облоя нет. Все хорошо, и иногда даже задумываешься, а стоит ли платить какие-то большие деньги и для чего? Ведь оно и дешевое тоже может работать хорошо. Дешевое это не всегда значит плохое. Поэтому вы делаете свой выбор самостоятельно, а мы просто делимся своим мнением. Спасибо за внимание, до свидания. And hope I'll see.